Здорово! Значит, смотри, сегодня мы с тобой поиграем в прекрасную каст... Ух ты, господи, какая страшная бруда. Я шарахнофоб. Значит, поиграем в кастомку, в которой все кулдауны сводятся на 0,5 скиллов. Кулдауны скиллов, соответственно. Вот, так что усаживайтесь поудобнее. Приятного просмотра. Друзья, наступило лето, а это значит, что у нас появилось больше свободного времени на отдых и на наши любимые игры. И к последнему у меня есть отличные новости, ведь в официальном магазине ImbaShop стартовали летние скидки. Так, у вас есть шанс урвать всеми любимый раз за 179 рублей. Или зарубиться на световых мечах в новинке Star Wars Jedi Survival за 289 рублей. Также вы можете заполучить CSGO Prime статус за 179 рублей или устроить полный беспредел в GTA 5 за 199 рублей. А всем, кто оформил заказ прямо сейчас, получит подарок лично от меня. Игра стоимостью до 1500 рублей или 500 рублей тебе на Steam. Все еще думаешь? Тогда лови промо на скидку в 35% на любой заказ. Не теряй время, заполучи любимый проект прямо сейчас по ссылке под видео. Я не знаю, я могу либо сало им накидывать всем. Мне надо будет очень много маны. У меня же есть быстрые атаки под ремкоил. Или агоним? Да. Нужен будет агоним. Сейчас сало дам. Я умру, наверное, тут. Ух, ё. Да, ты обратно подойди. Все, маны нет. Я пошел домой за маной. Еще раз, еще раз. А Саш, кто мне дает это? А, не ушли уже. Не-не, я домой хочу сходить. Бруду, вы видите это хоть оттуда. Бруда какая-то слишком большая, реально. Хуй есть, извините. Все черный. А тебя прям под противника вывели. Спасибо, ребят, я вас обожаю. Я отключился, что ли? Ну да. Повезло. Ну что так все ушли, а руны? Да в жопу руны. Ладно. Там умереть можно. А чего? Все сюда? Я тут был. Фармить, ну, ладно. Фармить хочешь, Влад? Блин, братья, близ, не хочу. Ой, стики, пацаны, стики покупайте. Да, стики тут так, прям стоп. Вообще must have. Ауч. Плюся, плюся. Тьфу. Нет, ты не нажмешь эту кнопку. Тьфу, все, больше не могу. Я их без денег оставлю, сейчас смотри. Ай. Ага, меня без маны сейчас оставят. Хорош. Блин, он без маны будет оставлять, живи. Это печально. Да быстрее огнем собрать. Опа. Накидывай на всех. А, у тебя маны не хватит. Возьми себе этот. Ярик, графан. Ты понял, о чем? Ой, извините. Сука, спрятал все-таки. Я умер. Не умер. Нет, убегай. Умер. Ну, я сразу убегал. Не хочу пройти, просто оставайся. Ну да, такое себе удовольствие. Вот когда будет прям очень много маны, вот это будет прекрасно. Уже бы. Он 4 хопил полный. Меня даже крест не успел. Анрил вообще стоит. Слишком сильно. Ну, пацаны, вам удачи. Бесконечно можно прятаться. Что там еще без менеджера? Саш, поможешь? У меня тут проблемка. Ладно, арканы себе привезу. А тебе опыт течет? Мне да. Нормально. Ко мне тут мальчик пришел кортики кидать, это отщей. Заберите обратно.
Заберите бритста сверху. Совесть стоит, горит. Хорошо. Наверное, соберу-ка себе вот это вот прекрасное. Ой-ой-ой, пацаны, тут опасно. Чё там? Там скелетики бесконечные. Где? Ладно, хотим. Вот. У меня маны очень мало. Ты можешь, кстати, их зафармить очень легко. Где? Пингани на карте. Вот. Я не вижу твои пинги. Не повезло, Влад. Ага, понял. Это мое. Только не убивай его от этого главного. О, не сейчас... убивай! Это вечная война. А чё он касает? Закончились? Алло, мужик. Все, я без маны сейчас буду. Мартра пришла. Нормально. Где Мартра? А, она здесь в инвизе постоянно. Да. Не надо. Вон! Гусь! У меня паучки лагают, когда они кусаются. Давай, души их. Скорее надо купить. Не кастуешь. Я ее не убью. А, не, она догорит. А, сука. Да. А что за тусовка в миду? Заберите. Мне они не нужны. О, шат. А, успел спрятать! Блин, очень нужен аганим. Нужен шестой, надо злебить бесконечная мана. А чё сюда пришел? А у меня там поселились миду, дяди. А почему у меня два раза не сжимается? Он идет пушить на бесфолдеке просто. Мы тоже. Блин. Вот это вот мне не нравится, мальчик. Ой! Найс шарс заруинил. Да. Найс шар поймал его. Да, он будет только шардом откидываться. Проблемки, Влад? Нормально. Я постою тут, подожду. Ой, я же их еще атакую. А что такое? Что-то было не так, да? Ну ладно. И честный. Нет, не на меня крипов. Так, могу маны залить. Так, надо себе, короче, с руки себя собрать. Я ж буду этот, вообще опасный тип. Я просто бесконечная мана. У кого бесконечная мана? У меня, надо зле. Ты затишь нормально. Вот. Только 18, конечно, да. Так чип, конечно, это это была противопомощь. Сало это внезапно. Этот вард понял. Надо гоним собрать, жизнь лучше станет. Спрятали, спасибо.
Ой-ой-ой, вот это неприятно было. Крест, главное крест. Надо этот взять, ветра. Без ветров сейчас будет грибцы печально. Просто. Просто грибцы. Так на предметы же не в этот фул КД. Ну да. Ну а я дазл. Все фул КД. Зачем тебе ветра? Я хочу линзу сначала. Какой Сава, куда меня затягивает? Хекс купил. Да. Да бить отда. Да меня квест кинь. А, тьфу. Вот Т4 затягивает нужды, вот. Ну, я бы... ну не в меня прям, там безмолвие же. Ну, что знаю, ты делаешь, винишь? Радиус не такой большой. Ну а зачем, сказал бы. Я просто вижу, как он идет. Родной, кресты главное, кресты. На меня, пожалуйста. Я раздаю, раздаю. Да я на себя не раздал. Нормально убили. Good job. Так, ветра есть. Блин, шарик бы быстрее летел. Может, кто хил замачил? Тяни, тяни, тяни! Сука, сразу Сава прилетает. Нормально. Ну вот все, безмолвие. Еще безмолвие. Пацаны, почему у нас Сава ни у кого нету? Ну вот так, вот выпало так. Задержите их там, я их скушу. Держу. Все, они меня не достанут тут. Крест, крест, крест! Ах, маны нет. Прывали все тысячи. Давай, Влад, ты этот, я рву. Связь ему. Меня заметили. Нормально. Красава. Убивают в этом прям. Нормально, ты ломай главное. Я спрятался, подожди. Тихо, тихо, ломай. Тихо. Рассекретили пука. Иду. Тихо. Ребят, иду. Тьфу, про себя забываю. Ладно, та же самая. Я умер. Ломай, у меня мало нет. Ого. Трек навесить. Погоди, а у меня БКБ откатывает? Ульта. Да, да, да. Ты еще можешь шмотки... Подожди, ты же можешь грифсы... А, подожди, у тебя же убрали. У меня в этом планы есть, смотри. Убрали. Так у меня все равно... А, смотри, что я могу долго, делать. Очень долго, очень долго, да. Ну, возможно же. По идее, теперь я могу бесконечно давать свой сюрикен. Так, нужно найти какую-то хгшку возле... Ребят, я тут двоих держу. Не иду. Двое. Нужно бристалбека оформить. Двое. За мной квапа бегает. Помогите. Меня фантомка пытается тут держать. Не, вообще нрю. Меня стрим-снайпят. Захексили, захексили. Туда, родные! Нормально! Влад, если ты будешь постоянно койл нажимать, они будут обновляться. Сейф там, что-нибудь. Вот тут сидит, Влад, главное ТП ему не дать сделать. Сейчас, сейчас, сейчас взлететь. Живи! Я, короче, себе блинк еще возьму.
Ну нормально, мы их там подержали. По толку, меня душит попа. Да. Сейчас я себе больше урона какого-нибудь соберу. Мне надо на зазле просто быть сзади. Они прям в меня. Блин, надо линзу себе собрать. Захекселя. Прям без линзы никак. Я за героя сейчас 2к дали. Давай, Брудам. Мы тут их развлекаем. Но они сплитят очень сильно. Смотри, полетел к тебе. Там портал есть. Они лучшие пушеры. Они лучшие пушеры. Есть портал, они могут в любой части карты оказаться каждые полсекунды. Влад, давай, давай тактику крест, крест. С кристалбеком. С кристалбеком тактику также. Давай. С любым, свяжи, свяжи эту! Ой, на меня напали. Клопу тебе, Влад, нужно поймать. На мне клопап. Ну все, я не могу ничего. Хорошо. Клопу арестовали. Надо как-то клопу убирать. Сука, вот. Они просто да меня просто ловят меня сразу. Да, 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 меня тоже. Клопа в меня влетает. Надо БКБшку, короче, на этого, на Дарксира. И чтобы он просто влетел и всех их связал. Стянул. Веси. Ну все, безмолвие. Все, он бесконечный. БКБшки, по-любому, только БКБшки. Денег бы на БКБшку. Давай, Саш, стягивай, стягивай. Да, вот стянул. Безмолвие, вот, бесконечное. Их убил. А чего так убивает жестко? Ну что, у меня урон с руки. Да. А, ты что ли, я тебя бил? Покупаю себе эту. А мне просто точно полсекунды КД в него. Почему у меня так? Нет, нет, у него талант. У него бесконечно. Сейчас у меня тоже будет бесконечно. А почему у меня так не работает? Да, у меня тоже так не работает. У меня работает нормально работает. Может из-за того, что это ульта? Я постягивал все, что смог. Вот так вот это делается в нашей деревне. Пошли ломать их. Давайте, если они сюда придут, я сразу залечу в них. Блин, жалко, у меня на shift нету таланта. Не, я не могу себе вечный БКБ сделать. А, хотя? А, поймали. Сейчас приду, смотри. А если наверху, пацаны? А, у них же этот. У них порталы. Сейчас они только сюда зайдут, я сразу в них влечу. Ой, отстаньте от меня. Парни, бегут что-то за мной они. Хотят явно. Не-не, парни. Я ушел. Сейчас БКБшку нужно пережить. БКБшку нужно пережить. Кибел бич, дядя. А че, почему урон не проходит? Жестко. Я уже дома. Сейчас стакается, почему-то. Мне надуманы! Это конец. Это конец. Давай, давай, Саша. Саша, давай. Саня, пристал бэка, Диму, Диму, нет. Диму! Чего? Да с ним как? Ну к ним. Давай, 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 Диму, тяни! Хорош! Сейчас всех убьет! Ну нет, пристал бэка мы не пробиваем, это главная проблема. Не нужно было его тянуть.
Просто дазл хексит пусть, нормально. Дазл хекси его, не выпускай. Сейчас. Я этих поубиваю сейчас. Сейчас я встану еще. Нормально, Дима убил. Стало дали. Ой, успокойся, родной. Все, убили. Всех убили. Это жестко. Парни, каково это чувствовать себя тинкером? Я 15 тысяч пацаны на руках фармил. Нет, пальцы не болят. Проблема в том, что... У Дазла очень сильно больно, знаешь? Просто больно. Просто больно. Обычная игра на тинкере, ничего нового. Не, как будто в Epic Boss Fight зашел. Нет, не успел. Радиус на спылы решает жестко, я его тупо не вижу. Зато я напомнил, кстати, 15к в этом файте. Так, я могу прилететь к вам, помочь их запушить, но если они придут сюда, то задефать будет сложно. Одна тычка. Нормально. Они по-любому придут. Вон они сверху летят. Так, как это делается? На плейбэк себе возьму. Давай, настакай максимально. База. Туда. Я умер. Байбэк. Больно! Крест на Дарксира, спасибо. Нормально, 6к заработал. Так, сверху, на ОД. Там инвиз идет, в инвизе. Сейчас. Где он? Маны нет. Да он портала насковывать пытается, он додумался. Снимать все, конечно, не поснимаешь. Нормально. Он мне ходить не дает. Он просто меня таргетит. Сейчас накидаем ему. Хорошо. Ману, регеню. Сейчас фантомкой. Там попу убили. Тендерлорд! Не отпущу, Влад. Хорошо. Держим, просто дефаемся. Пофиг. ОД убить. Хорошо. Мне на фонтан нужно ману регенить. Такая же хрень. Надо крипов убрать. Андерлорд на мне сконцентрирован. Просто пару пачек, мне нужно пораскидывать эти. Крепость бил! Я жду, пока они отойдут. Он драпиру купил. Рапиру забрать, убрать на фонтан. Зачем? Ну или тебе. А я меня видел. Не дам ему. Ладно. Все, у меня рапира в руках. Дефайте. Я вот тут просто стою. Да дефаем. Ты там пушишь. Где я? Я потихоньку кусаю. Я никого мартра, не подпущу мартра, сюда. Мартра, Влад, мартра. Где? Бегу. Мартра, Влад. Я здесь. Мне ничего нету. ПКБ нажал, ладно. Я побежал, брат. Только у тебя ПКБ. Вот сейчас. Байбак развели. Пойдет. Сейчас убьем. Алиса там. Да. Давай только по этому. Я иду. Пушат, летают. Я без маны, мне на фонтан надо. Да, ты улетаешь. На, пушат, гриф, хорошо. Влад, добить вот эту вот. Все. Мартра. ОДшку добили. Я стараюсь, я просто жму постоянно. Мартру. Мартру! Нет! С
Слушайте, ну это прикольно, по-моему, мне понравилось. Мне прям понравилось. Классная игра. Я надеюсь, что эта игра достойна вашего лайка, вашей подписки на данный канал, потому что это супер круто получилось. Хоть и проиграли, но мы повеселились знатно. Такой вот мини-ВТФ режим. Играйте вместе с друзьями, а также заходите к нам в телеграм-канал, потому что именно оттуда я приглашаю вас всех на запись. Так что спасибо Доди, обезьяне неприметно, человеку с иероглифами и фанатику за то, что заскочили против нас, нашей имбопатии, поиграть. Всем спасибо, увидимся в следующем видео. Пока-пока.